То есть у меня еще есть вторая камера для фоток. Угу. То есть я могу тебе показать, что я как снимать на видео. Угу. А потом я перейду на фотки. Сейчас будет и фотки, и видео. Может быть, вот смотри, никто из медиа не снимает. Может быть, это будет как бы и ценный матч. Если узнать только, кто играет, я вам запишу, смотри. Пошел. Ну, Грузия с Америкой. Все, вот я записал уже, кто играет. То есть у нас есть в этом файле игроки. Может быть, эта грузинка захочет этот матч. Какая из них грузинка, знаешь? Будет, на экране будет в перерыве фотографии написано. Я думаю, что та и грузинка, это более выглядит по-американски. Трудно сказать. Может, эта грузинка тоже в Америке тренируется. Ну, не грузинские черты лица. Ну, ту я просто не могу так близко разобрать. Американка пока первую выиграла. Точнее, грузинка первую выиграла 6-3. Сейчас у них 5-5. Вот они сейчас решится. То есть та вот, например, очень темная у меня получается, там вообще лица не сейчас видно. Сейчас вот у них критическая масса, вот они решат лишь от кого играть. О нет, смотри, я вижу, я ее хорошо вижу, я думаю, что она видна. Лид 16-5, second set. Погрузим. Погрузим. Жень, с кем подали? Там латышка выиграла в двух сетах. Так, вот сейчас люди заходят. Угу. Да, ну, для тех, кого есть места, как бы сейчас нет. То есть мы можем туда вот зайти. Но нас, в принципе, отсюда не пригоняет, я бы остался бы здесь. Хорошее место. Хорошо. Low 15. Интересно, это, наверное, в разное время тоже, или днем всегда.
Что-то, ну, снимают массовки. Ночью, днем, как субботу, воскресенье, у них 24 часа, 7 недели. За ночное платят чуть больше. Они, да, значит, они вызывают или... Да, да, вызывают. Я очень много разных фильмов уже сделал. Немного, штук 10, наверное. Ты смотри внимательно, что как бы звук пишет мне сейчас. Мы можем болтать, я вам могу звук убрать. Никаких неприличностей, там, неправильных включений. Не говорить, что я практически всегда на камере. Я стараюсь удерживаться. Хочешь попробовать фотки поделать? Ну, самое главное, опять-таки, камера не упала. Этот, смотри, так бежал, не жили больше. На ногу вот так бежал, опускается. Вот так он. Так это наша студентка, да? Да. Я могу вот это использовать на бюро. Если надо какие-то съемки, знаешь, что пожалуйста. Долларов 700, да какие 700, я думаю, что 1500-2000 долларов стоит для меня. Зачем это надо? Смотри, два, здесь два. Слышишь, как она... Это же не Шарапова. Ну, они всех слушают, не для нее поставили, но просто говорю, вот эти вот охи-ахи, конечно, тоже важны. Зал его. Лицо подняло, насколько себя хорошо видно. В принципе, мы солнце снимаем. Он может пойти на те курты, которые с другой стороны, поэтому там все нужно фотограф, потому что по солнце снимает. Тяжело, ничего не видно. Он сильный такой, в тень попадает. Не принять.
все не дотащишь. Я так был счастлив, что меня сейчас они пустили сюда. Угу. У меня получается раз, два, три, три камеры. This Paris French call left for sideline. The ball is pulled out. Goose. Вот смотри, смотри, смотри ближе, смотри. Видишь, парень там играет? Да. Смотри, как он берет. Ты можешь вот так посмотреть его лицо, разглядеть? Так не могу. На камере видишь? Здесь она берет еще, я могу, вот, в принципе, самый максимум. Он мужика, то есть ты того мужика попробуй рассмотри отсюда. Нифига не рассмотришь. Я, идея заключается в том, что я хочу поснимать немножко вот такие, знаешь, props, не props, как называется, pranks. Скажем, ты снимаешь. А я там далеко что-то делаю с людьми. То есть они, сколько у меня вот этот госпес есть, они видят, что я медиа. То есть они потом сказали, что там типа. И они не знали, что я медиа, они не могут. То есть я, понимаешь, я показываю, что я медиа. И я разговариваю. Кровь пошла, я подрался, там я сказал, что отреагировать. Я надеюсь вызвать какую-то интересную реакцию для телевидения, ну, для съемки. Но они не будут видеть, вот, скажем, тот мужик не будет видеть тебя отсюда, что ты снимаешь его. А картинку ты можешь иметь очень достаточно хорошую, понимаешь? То есть, скажем, или ты пошел, или ты должен кого-то разводить, какой-то бабу, прикольно шутить. Я стал издалека, фигачу. Вот я надену маленький микрофончик, спрятал. Если они не видят микрофон, звук у нас будет сюда микрофон, и у нас будет хорошая картинка издалека. Можем придумать какие-то такие интересные сцены. Если у тебя есть артистизм и умение разговорить человека, ну, можно что-то прикольное поснимать. Можем пойти посмотреть, где русские играют, что может быть, что интересно. Русское можно пойти сделать. Смотри, я бы смотрел. Хочешь, прогуляйся, найдешь какой-то русский, где видишь интервью, у меня есть там микрофоны. Хочешь, увидишь какой-то матч там интересный, для записи, мы перебазируемся, чтобы было, знаешь, туда. Я думаю, что тут просто будет очень много людей, и мы бизи. Можем тоже попробовать, у меня еще время есть. Ходи, посмотри, я пока здесь постою, поснимаю. Давай. Time. First time to call on the left baseline, the ball was called out. Replay the point.
Лафетин. Final set. Thank you.
time. Dirty Love. Dirty Love. Dirty Love. Love 15.
left side is trying to call on the right service line. The ball is called in. Second serve. Love 40. Thirteen forty. Four games all, final set. Miss Perez sends call left baseline, the ball was called in. Fifteen thirty. This pair has one challenge remaining. Second serve. And the third one, yes. Dirty all. Thirty, 14.
Последние удары на выиграть, я думаю, американцы. Дис. Не выиграла. Там хорошие эмоции, конечно, нервничает. Я думаю, что хороший кадр получал. Ты что-то нашел? Нет? Да, там русская играет, там хорошо. Тут можно снять. Прямо в середине. Угу. Наши места очень хорошие, там, где у нас места. Прямо у порта. Хочешь туда пойти? Там игра не очень интересная. На тренере? Вот. Пока панорама. Самые такие эмоции, знаешь, они. Последний, знаешь, завис 40-40, просто выиграет, понимаю. Будет хорошая реакция. Или радость, или несчастье. Слышь, хорошо снимать двумя камерами. Один с одной стороны, другой с другой стороны. Я не могу ту лицо взять, я. Если ты стоял бы там с той стороны, то мог бы тебя не выиграть. В принципе, я думаю, нужны три камеры. Нужно один по центру wide angle, но еще широко, чтобы были обе в кадре. Yes. То есть надо, да, набрать? Let's. Нет, по 4. А, еще будет один. Кто выиграет час, это не решит матч. Еще один матч будет. Ну да, нет, потому что 1-1. Да, 4-4, видишь? Ну, сейчас 4-4, да. Нужно быть счастье. Я думаю, моему малому будет пока не интересно, но я хотел бы, я попробую его уговорить взять. Advantage, Tara. Телефон сегодня никуда от него не сбежит. Как не мог выехать. Вы как так дергаете, нервничаете, а это спокойнее, как слово. У меня плечо порезанное, видишь? Левое плечо. У нее там, по сути, была травма, и ей разрезали. Видишь, как плечо сверху? Шрам. Адвантидж, Волгоградце. Если она выиграет чемпионат, у нас самая первая игра. И никто другой больше не снимает. Yeah. Балдинация. Балдинация лид. 5 games 4. Final set. Ничего не ответили.
поменялись, если всех по очереди снимают. То... Там у меня было в кадре, теперь это у меня в кадре попадает. Можно, в принципе, wide angle снимать, но мне как-то интереснее, значит, детали человека смотреть, даже если это не вся игра. Вся игра это как бы статистика, посмотреть потом, какие ошибки, что для них можно быть. Хотя это тоже так интересно. Ну, чисто, конечно, ну, как я могу воспользоваться здесь? Не, не знаю. Я могу воспользоваться, что, знаешь, где-то у меня нужно теннисный шат создать. У меня будет хорошая, значит, US Open, хорошая игра, такая. Сильный удар, там, мяч, значит, где-то получилось, не получилось. Значит, момент радости, момент горя. Ставим, come on. 15-30. Ну, американка. Это тоже только глаза закрывает, а голову не сложно. Не знаю, я вот в черный будто не одел, потому что будет холодно. И так тепло, скажем. Кофту взял с собой. Ну да, мне тоже было бы еще написала. 30-40. Она вышла раньше, написала, что холодно, одевайся. Если хочешь, потом сходим на пиво. Интересно, вот там, на этом краше, когда он сидит, кто будет играть? Сейчас ну, давай, слушай, у меня есть маленький корт, я постимал, а большой корт. Сейчас австрийка с... Точнее, там французика с германкой играет. Ну, не так интересно. Это будет совсем интересно. Я хочу поснимать эту толпу большую. Конечно. Thank you.
Здравствуйте. Для камер у меня такое есть тоже. Сейчас я не подумал, не взял. Все, но у меня есть такое, знаешь, защищает камеру. Долго на солнце как-то работает. Кто из них француженка? Кто из них француженка? Сейчас посмотрим. Правда, можно снять, кто играет. Или одна, или другая? 50 на 50. С другой стороны, фамилия Белодумович, там крыша Белодухова, наверное. Да, I'm
I still believe, you know, that I was right. She has a reputation as our team for not making
Sergio.
Forward for
6:30, please. At the end of the court, please sit down. Thank you.
Final sets.
выиграл. Lorenzi leads.
net or service. Mr. Spider challenging Hukila on the left center service line. The ball was called in. T15. Mr. Spider has two challenges remaining. That's your Lucino. Bagel.
15. Love 15. Engage, Fiate. Ball change, please. First game, second set. Thank you. Thank you.
30 look. Again, Świątek. Świątek leads 2-1 second set and for 1 set alone. Lofty. В тень попали и тень еще двигается. Сейчас еще 10 минут не хватит. No 30. Да молодец, видишь, не сдается. Law 40. Świątek leads 3-1, second set. Как бы за разницу полов, мы не делаем, может, не дают играть. Но, а? Ну, сразу же было бы видно. Как это? Я знаю, что заработка в рекламе, что там широко, больше мужиков. Играть тебя умеют лучше, по рекламе. Смотрится, наверное, получится. 30-15. Ага. Ну, наблюдателям абсолютно по барабану. Мужчина, женщина, кто больше, кто больше смотрит, то и, заплатит больше. Где больше денег, там, то более финансово выгодно работает. Thirty, forty.
так мы никуда не знаем. Это в него пару штук не попасть. Хочешь, ты не взял свою невесту? Advantage, Snyder. Six games all, second set tiebreak. Both players receive one additional challenge. Mr. Lorenzi is challenging the call on the right baseline. The ball was called in. Куда они?
5-1. Свайдер. Это я вижу. Мистер Лоренци has no more challenges. Games 5. Раз ты этим делом интересуешься, я тебе послал там два имейла. Третий. 5-0. Там много интересных людей. 15-30.
48-30. Excuse me, do you know where this one? Where do I go with this one? How do I read that? I believe that's Louis Armstrong, I'm sure. Do you have the other part of the ticket? Yeah, the I have the... Over there in the corner, you see it? Oh, I see it now. Yeah. I have it on the phone. Okay, find out where I can get like the list of who's playing. You can buy one of these, it's $5. Is there anything like for free that they have on? Sir? Same thing. That's the grandstand. So you wanna wanna come down here? Straight yep. ahead and you see it. Yeah, I do. Thank you.
я иду на Grand Stand, то, куда у тебя тикет. Вот есть Grand Stand, то есть самый большой этот. Ага, то есть вот один, так, я возвращаюсь. Подожди, я тогда иду назад к тебе. А, посередине это 10-й. Ну я вижу 10-й постоянно. Не знаю, где я. Второй вот с краю был с 9-й, теперь 10-й. А как тебя найти там? Внизу или наверху стоишь? Внизу. Иду, захожу туда. Номер 10. Я вижу 10-й корт. Вижу, две девочки играют. А там на 10-м никого нет. Там, ты, там, где две девочки играют? Ну вот я позашел сюда. Да-да-да. Сейчас я здесь. Вот я тебя пока не вижу. Давай руку подниму. Я такой красный с белым. Видишь меня, нет? Давай я на стенды наверх поднимусь. Стану. Бакарди и Перо. Great Britain. Garcia Label я вижу. Окей. Okay. Корт 9, вот написано на компьютере я. Али. Ладно, я останусь здесь, немножко поснимаю здесь. Посмотрим, как у меня будет получаться, а там посмотрим.
Thank you.